Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео мы сделаем гимнастику для рук, которая будет способствовать движению энергии по энергетическим каналам нашего тела. Если мы где-то чувствуем боль или какую-то зажатость в какой-то части тела, это говорит о том, что проходимость энергии ЦИ очень замедленная или незначительная, сужены каналы. Поэтому можно при помощи упражнений, простых упражнений для рук, улучшить работу этих каналов, улучшить проходимость этой энергии. Между большим и указательным пальцем есть точка. Если хлопать по ней, вот так двумя руками, стимулируя две эти точки, то это может быть хорошей профилактикой всех заболеваний, связанных с головой. Соприкасать так эти точки ударами такими нужно 36 раз. У основания ладони есть такие небольшие углубления. Если ими ударять 36 раз двумя руками, то это будет профилактика заболеваний сердца. Ударяем. Дальше ударяем ребрами ладоней для того, чтобы улучшить проходимость энергии тонкого кишечника, а также расслабляет хорошо мышцы шеи. Раз, два, три, четыре. Тридцать шесть. Для того, чтобы стимулировать нервные окончания рук и ног и предотвратить их онемение, ударяем всеми пальцами между пальцами двух ладоней 36 раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Для того, чтобы стимулировать работу сердца, и также это упражнение снимает усталость, мы ударяем кулаком одной руки по ладони другой руки. И меняем руки. Для того, чтобы простимулировать работу всех внутренних органов и как профилактика сахарного диабета, хорошо для спины, ударяем тыльными сторонами ладоней две руки. Если взять себя замочки уха, двух ушей и потянуть в стороны, то это будет хорошая стимуляция работы всех органов, которые находятся на голове. То есть оттягиваем 36 раз. И последнее упражнение. Хорошо растираем ладони, прикрываем ими глаза и вращаем глазами 6 раз по часовой стрелке.
и 6 раз против часовой стрелки. Я желаю вам здоровья и всего самого-самого хорошего.